которая оказывает круглосуточную неотложную помощь. Об этом сегодня после встречи с премьером сообщила министр здравоохранения Анда Чакша. Но это не решение проблемы, а лишь тушение первого пожара, указала она. Требования гинекологов и акушеров роддома, а также детских хирургов пока будут выполнены лишь частично. Требования медиков, которые к нам пришли из родильного дома, будут выполнены постепенно. Первый шаг – это мы сейчас ищем 7 миллионов, чтобы повысить зарплаты всем, которые работают на дежурство 24 часа. А второй шаг – то, что мы обговаривали уже и вчера с специалистами о тарифе помощи при родах. Как приоритет идет на следующий год. Финансирование пока изыщут во внутренних резервах отрасли, а позже правительство решит, как эту брешь залатать. По словам главы Минздрава, если медикам будут оплачивать ночную работу, их зарплаты вырастут примерно на 20%. Однако пока Чакша не готова гарантировать, что будет именно так. Более точные расчеты она обещает на следующей неделе. В целом на повышение финансирования неотложной помощи необходимо дополнительно 10 миллионов в год, а до конца этого года 7 миллионов. Но от зарплаты...